Краткий обзор на пневматическую винтовку Хадсан 135 модели. В комплектации у нее идет сама винтовка, дополнительные накладки, которые можно увеличить длину приклада, поднастроить под себя, и небольшой такой ключ регулировки. Сама винтовка достаточно увесистая, 4 с лишним килограмма она весит. Это получается материал, который используется для основного корпуса, турецкий орех. Вот, здесь у нас посмотрим, что на винтовке есть. Здесь маркировка, то есть, соответственно, сама модель 35-я. Здесь у нас маркировка калибра. Здесь у нас идет, получается, целик, мушка. Мушка достаточно такая интересная. То есть в плане прицеливания она очень удобная. Все четко видно. Здесь предохранитель, соответственно. Планка Picatinny. Можно устанавливать различные оптические прицелы. Вот. Классическая ложа, то есть удобно для левши, для правши. А также особенностью этой модели является то, что здесь есть система по погашению вибраций при выстреле. И спусковой крючок можно регулировать. Здесь есть специальный болт, вот он находится, который нужен для регулировки именно насколько вам нужен плавный либо жесткий спуск. Вот. Такая модель, кого заинтересует, обращайтесь к нашим менеджерам, поможем с выбором.